Начинаем церемонию. Церемония получения порядковых номеров. Эпохальное действие. Так, первым это право доверяем единственной участнице. Я так и знала, 13. Разыгрываем номера. Сейчас будет у нас номер 2, Беляев. Номер либо 6, либо 9. Видимо 6. 6. Иванов, Данил. 11. Барабанные палочки. Валера. Игнатьев, номер 4. Куда-то уже был? 10? 10-й. Имя говорит, но все, да? Зразик, да, было такое. Так. Так в темноте, видишь, одевали. Один участник у Токарева. Так, один участник у Токарева, да? На Химусе стартовали в Лисплянке. Добрались до сюда. Итак, самый жопный участок, по всей видимости, это, конечно, вот... С водой? С водой. Открытые? Ну, однозначно, надо будет ехать по припою, да, по берегам. Дальше открытой воды нигде не было. Везде лед хороший, Хивус он выдерживает, Хивус 1,5 тонны, да? Поэтому там дальше все... А на каком расстоянии от берега шли? Ну, обычно на таком же, примерно, как мы катим, это где-то от 200-500 до километра. Ну, вот как бы как бы по прямой, да, всегда режешь, как идешь, да, вдоль берега. И видишь прямую, да. И километр от берега не идем, и все. Да. Километра делать не идем. Да. Посмотрели, смысл в темное время включает фонарик, да, и если не укладывается норматив, то есть Хивус подбирает уже этих людей, да. То есть надо давать. Если вообще крайняя ситуация, и ты там попал на берег, да, и промок там... А да, давайте сделаем вид, что мы давно друг друга знаем, дружим. Опс. И ну такой контрольный. Ты мне рога прикрепил. Уже убитый. Один, два, три. Опс. Так, мы вместе приехали? Еще раз. Олимпиады. В связи с этим боги Олимпа или боги Ежемея дали нам зажигалку, священный огонь, чтобы ознаменовать это событие факелом новой Олимпиады, друзья мои. В общем, друзья, ура! Друзья, начинаем гонку «Ледовый шторм 2014». Ура! Внимание! Марш! Дорогие друзья, я рад сообщить о том, что уже традиционная гонка «Ледовый шторм 2014» стартовала только что. Лед в отличном состоянии, участники все в боевом настроении.
пожелаем всем удачи. Тем более в такой день, когда день открытия Олимпиады. Стартануют они. Если серьезные спортсмены, мы еще на Хиусе их не догоним. Ой, я как за ними поспеваю. Я хочу охарактеризовать песни. Ой, хочу чаю, хочу чаю. Сойти сегодня будешь? Вот там, давай. Ну, я через Тарос отошел вообще? Я в Америку пошел, там вообще мало Тароса. Там просто лед был немножко не очень ровный. Но, вот да. Мне бугристый как раз хорошо. Когда был идеально ровный, я все там это... Как бы... Отлично, накат отличный. Все нормально. Будет. Поддув приличный, да? Поддув приличный. Да. А? Это круки греем. Кровь притекает к рукам и согревает. Война войну опять по расписанию. Все тяжести такие водить, потому такие дела. Вообще классно, классно. Простор, мистика просто. Едешь, полный космос, ничего, никаких мыслей. Палочки, лед и белое безмолвие. Фу, надо поесть, нормально сидеть. Наш допинг. Там приедем на базу, там допинг контроль, да? Но мне не страшно, я главный судья. Я так говорю, да. Когда он кончится? Когда он кончится? Когда этот ветер кончится? Он должен кончиться. А сейчас уже пофиг, едешь. Он никогда не кончится. Его просто надо победить.
сегодня была не в пример прошлому году. Очень скоростная гонка. Был прекрасный лед. Такой лед редкость на Байкале. Единственное, был встречный ветер. Но нам не привыкать к трудностям. Нам это и тоже понравилось. Было все прекрасно и замечательно. Ну, значит, по гонке что можно сказать? Первый раз по льду участвовал. Ну, в общем, все позитивно, все понравилось. Сначала сегодня был сильный встречный ветер. Но во второй половине гонки, что заставило применить тактику командной работы. Значит, потому что по одному шли очень тяжело. Сначала одни обгоняли, другие догоняли, но потом как-то собрались в кучу и все-таки сделали разумный шаг и уже шли. В принципе, сегодня замечательные виды Байкала. Все хорошо, солнце светит, но ветер чем хуже, тем лучше. Тем лучше. Сегодня Байкал нам такой изумительный день подарил. Такой вот момент свободы, такой чистой, искренней свободы. Вокруг чистота, вокруг сила. Это надолго, очень надолго запомнится. Рекомендую. Всем рекомендую. 16-17-20. Я хочу домой, к маме. Домой куда? Ветер встречный, шутник. А так как я был без палок, прикрывал вишенки руками. Руки у меня пригодились. Отлично! Отличная гонка! Прокатились сегодня 80 километров. Мега эмоции. Меня все перевернуло. Я попал в лужу, немножечко промок, но я получил столько кайфа. Спасибо всем за эту гонку. Классно. Ну, лед просто песня, просто. Такого не, я ни разу такого льда не помню. Поэтому я думаю, что всем, кто нынче здесь, несказанно повезло и получит хороший кайф. Превзойти себя, свои слабости, свои страхи и пройти маршрут намеченный. Тем более, что сегодняшний день самый простой, потому что он самый первый. Еще все не уставшие. И завтра будет еще тяжелее. 18-17-14. Холодно было первую половину. Очень холодно. Постоянно отогревала пальцы. Вот. Но все хорошо, потом согрелась. Мне понравилось. Вот. Сейчас согрею и буду вообще счастлива. Согреюсь и буду вообще счастлива. И второй этап. Посмотрим, как сегодня нам будет помогать или наоборот противостоять ветер. Надеемся на содействие. Ну и вперед, и только вперед. Поспали хорошо, отдохнули, поели. Теперь осталось опять, чтобы ветер не подкачал. Да и, собственно, сегодня важный день, надо поднажать. Ну, пора на старт, что делать?
Так, дистанция такая же по протяженности. Значит, середина географическая перед Песчанкой. Это район Харгино. Где-то. Также будет дежурить судно на воздушной подушке. Перекус там. Sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. По такой погоде хотелось ехать и ехать еще, но этап совершен. Вот. В общем, по сравнению со вчерашним этапом, где мы ехали и, не знаю, приходилось на морально-волевых себя перебарывать, в общем, ну, как бы справляться с трудностями. Ну а сегодня Байкал просто отблагодарил нас, в общем. Ну, классно, в общем. Только положительные эмоции. Вот. Финиш! Я победу сами пытаемся вывел на последние километры. Он второй забоился, а я прошел там берегом. Повезло. Папа, время такое отсекает. Лед сегодня еще лучше, чем вчера. Торосов вообще нет. Солнца, ветра нет. Красота. И запей, запей. Саня, ты зачем в торосы полез? Я не знаю, я вообще думал уже проехал. Куда ехать, а? Вообще не знаю.
Так, попить бы. Сейчас будет. Валера, а что, на сколько ты нас обогнал? На 50, да, наверное? Валера был, да все живые. Нет, Валера, это кому? Ну, сегодня легче, чем первый этап. То ли ветра меньше было, то ли сил прибавилось больше. Ну вот и все. Ну, финиш второго этапа. Слава богу, дошли. Было много трещин, открытая вода, было много торосов, было много чистого льда и не было встречного ветра. Вот, и я думаю, сегодня все финишируют. Это будет положительный момент. Я думаю, сегодня многие получили массу удовольствия от красивых мест, от скорости, от стеклянного льда, в котором мир весь отражается, как в зеркале. Ледовый шторм 2014! Сюда! 15 тысяч! Сегодня было страшно. Много воды, трещины. Они шумели, догоняли меня. А я убегал. Промотил обе ноги. Я сделал это! Ура! Я победил! Отлично! It's a beautiful day. Туда
где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если дерев с борцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если дерев с борцом кто-то занял. Мы должны всех победить, хотя бы самого себя. Главное выжить! От сегодняшней гонки мы прежде всего ждем попутного ветра в спину, а то нам надоел уже ветер в лицо. Все, там остался финишный рывок, и мы будем дома довольные и счастливые. Сегодня 9 февраля, заключительный день гонки, ледовый шторм. Вот только что участники стартовали. Нас порядка около 40 человек. Получилось, подъехали свежие силы. Ну, все хорошо восстановились, все шикарно, погода просто благоволит в этом году Байкал. Лед в хорошем состоянии, погода шепчет, даже попутный ветер. Ну, я думаю, сегодня будет и результат соответствующий. Давай!
Ну супер, гонка прошла. Отлично. Вторая, я думаю, не последняя. Дай бог, чтобы в следующие года был такой же лед. Вообще все супер. Молодцы. Тринадцать сорок восемь. Ура! Светло, светло, катит, лед изумительный. Вообще нынче очень удалось, я считаю. Я прогулялся просто прекрасно. Женщина мастер спорта по альпинизму в Иркутской области. Впечатление супер, лед отличный, настроение выше некуда. Россия чемпион. Какая фамилия? Да, какое не время было? Всем спасибо! Все постарались, все смогли, все пробежали, все поморозились и получили массу адреналина, эмоций. Как бы командный дух такой, заряд бодрости. Гонка есть гонка, и каждый себя проявил, и постарался, проявил характер, поборол стихию, поборол соперников, вышел в лидерство. Первой девушке, которая, ну, рискнула на эту гонку. Оля, пожалуйста, сюда. Маленькие размеры, я не понимаю. Мне больше всего понравилось на втором этапе, точнее, на финише второго этапа, точнее, в домике, в бане. Когда постоянно, каждые 5 минут заходил Слава и давал нам напутствие. Вот. Спасибо, Слава. Это позитивно или негативно? Это позитивно. Хорошо, я с вами. Она гонки мне понравилась. Впервые у нас участвовал Синев Сергей. Выйди, пожалуйста. Во-первых, хочу что сказать. Специальный приз за то, что действительно мужественно. Вот когда пришел второй этап, 80 километров, сказал, это мои первые в жизни 80 километров. Да, то есть лиха беда начала. Я вижу трещину, я спешиваюсь, иду вдоль нее с велосипедом. Что это было? Но я уже вот так. А в компании «Крак»? Завоевывает Иванов Данил. Букачич Александр с временем 12
часов 17 минут 1 секунда. Термобелье, по-моему, очень хорошее. Следующего сезона, кстати, термобелье. Мне очень понравилось, что так чудесно справилось. И все мы благополучно до сюда добрались. Да, участвуйте, будьте счастливы. Всем спасибо. Всего хорошего. Беляев Владилен. Гордо носит тапочки. Тапочки бейсболовские. Я первый раз участвовал в подобного рода гонках. Мы вот раньше в здании ездили так сами по себе. И это очень полезно. Участвуйте как можно чаще в таких соревнованиях, потому что можно набираться опыта, что-то подсекать где-то, кто как что делает. Это Игнатьев Валерий. Второе место для Игнатьева. Где-то еще второй слева, который тебе заменяет. Уровень, конечно, возрос серьезно. Все понравилось. Мы, честно говоря, я не ожидал таких условий. Нам оставалось, нам не о чем вообще думать. Нам надо только ехать и смотреть под ноги, чтобы куда-то там не попасть. Больше у нас проблем никаких нет. Сертификат победителю Байкальской экстремальной гонки «Ледовый шторм 2014» в номинации «Лыжи» Кухаренко Артему. Ну, вот знаете, как говорят, это труд сплачивает, да? Вот эта гонка, она как у нас на два этапа разделяется. То это труд, когда мы вламываем. Ну, при этом, конечно, любуемся красотой, там, солнцем. А потом вот эти лица, смотришь на них, когда отдыхаешь. Все люди вот прям родными становятся. Просто, ну, я не знаю. Снимаю шляпу. В общем, спасибо. Спасибо, это такой вот положительный заряд. Значит, награждается за первое место победитель Байкальской экстремальной гонки «Ледовый шторм 2014» в номинации «Коньки» Галачьянц Юрий. Ура! В этом комбинезоне в следующем году и выступает. Ну, я хочу сказать, я хочу повториться и сказать еще раз, что организация была на очень высоком уровне. Сказать большое спасибо всем организаторам за это, поварам, тем, кто участвовал в доставках, заставках там, и так далее. Вот, все было очень позитивно, положительно. Ну а про спорт хочу сказать такое, ну не знаю, пожелание или ну, план на будущее, может быть. Просто вот я смотрел, как у нас складывалась гонка, как работали на этапах. И в принципе, мне кажется, что было бы логично, если бы количество участников позволяло это сделать, то можно было бы сделать двойки. Вот. И тогда просто люди бы работали в двойках, меняясь. На коньках это вполне себе будет интересно. Это личные соревнования. Ну, двойки это ваши внутренние договоренности. Я не буду спорить. Как вы пятеркой работали, это вы договорились, да, и пошли гусеницы работать. Ну, в общем, это так. Мои мысли вслух, в общем. Понятно. В любом случае, спасибо, очень понравилось. Спасибо Байкал, он даже меня поцеловал сегодня пару раз. Значит, во-первых, в номинации «Велосипед» и в абсолютном зачете Улитин Александр. Общее время 10 часов 35 минут 34 секунды. Могу сказать спасибо организаторам за это позитивное мероприятие, ну и пожелать дальнейшего развития, даже чтобы в следующем году, ну не 20, а в два раза больше, наверное, было человек. Да. Чтобы на регистрацию, как только ну, выставили положение, уже на следующий день все, мест нет. Хорошо сказать, что гонка завершена в памяти нашего учителя, тренера, нашей звезды иркутской, мастера спорта Валерия Николаевича Попова. Она посвящена, потому что он нас приобщил к этим конькам. Мы уже лет 10, наверное, вот, гоняем. А его приобщили еще раньше товарищи, потому что уже 40 лет, по-моему, 40 с лишним лет уже, с 70-х годов.
вот эти пробеги на коньках.